вдоль мяча в основном будет подавляющую часть матча за ними. А шанс вот на такие моменты, какой блестящий гол забивает Версус в самом начале матча. Перекинул мяч через голкипера, и столько радости на лицах футболистов Версуса, потому что их соперник сегодня явный, громадный фаворит этого матча. И такое, что они получают это удовольствие, это похвально на самом деле. Потому что у нас как в Дагестане бывает, вот даже если там какое-нибудь, ох, какое попадание изумительное, и даже высоченный Мирзоев на мяча не добрался, 1-1. Два мяча, забитых прекрасными дальними ударами. Сначала нас порадовал Версус, ну а теперь, и, в принципе, каждый футболист знает, какую роль он выполняет на поле, где он должен находиться, кому адресовать мяч. Но сейчас может посыпаться команда и справляется. Дайте, почему бы не шмальнуть издалека. И вот у него получилось. Говорит, против лома нет приема. Если нет другого. Но вот это уже было сыграно по-фермерски. Технично раскатали. И в концовке тайма все-таки вышли вперед с передачи. Там таких только их не было. И оставался лишь один вопрос. Насколько хватит Версус, но хватило его совсем на чуть-чуть. Тут очередной гол в стиле команды Муслима Гусейнова. Такие взаимные любезности. Мяч в центре. Неплохо, кстати говоря, Версус вышел. Через короткий пас не так часто увидишь, но это сложная передача. Она не позволила самим выйти в атаку, но зато помогла Рамедину Исрафилову оформить и на половине поля соперника. А бывают те, которые принимают эти условия, изначально согласившись играть вторым номером. Дальний удар, штангу сотрясает Мутазалиев. Ну, как же у него могучая левая. Удовольствие, как и Версус, они уже каких-то турнирных задач не преследуют. И еще раз могли Сахрудинову мяч за шиворот закинуть. На этот раз точность подвела. Фермер набрал 27-го начала. Все вот это понимание, осознание, оно должно положительно повлиять на подопечных Гусейнова. Но, с другой стороны, неизвестно, как сам Гусейнов в итоге поступит. Ну, а пока наслаждаемся очередным шедевральным голом в исполнении. Каждый найдет для себя то, что ему нравится. Ну вот, очередной раз раскатали футболисты Фермера. 6-1 счет. Мутаев, ветеран этой команды, выполняет точную передачу на Капит. Отправляйтесь на заслуженный отдых. Фермер Каспийск, будучи огромным фаворитом, подтвердил свой класс, разгромил